Друзья, всем привет! С вами Ольга. Вы на канале Креативный клуб вязание и успех. Я сегодня очень рада, потому что получила из Италии новую поставку от бренда Mondial. Я говорила в прошлых видео, что я жду эту пряжу. Пришли две больших коробки, и пришли совершенно новые артикулы, новые коллекции весна-лето 2022. Я с нетерпением жду, сейчас буду открывать. Многие из вас делали предзаказы на эту пряжу. Друзья, все, кто у меня живет в Европе, в Америке и в других странах, пожалуйста, вы уже можете делать заказы, вся пряжа на сайте amazingwool.com. И я очень надеюсь, что в ближайшее время я смогу отправить эту пряжу также в магазин про клубочки. Ну а пока будем сейчас все открывать, смотреть новые расцветки, потому что, когда я делала до этого обзор, я вам показывала только каталоги, а сейчас мы прям живьем, все цвета новые посмотрим. Так что сейчас пойдем открывать чудесные коробочки с пряжей. Я уже переместилась в свой кабинет, открыла уже одну коробку. И посмотрите, что здесь сверху лежит. Па-па-па-пам! Это вообще упаковочка для абсолютно отдельного видео. Mondial прислали мне уже коллекцию «Зима-2023». Осень этого года, зима 2023. Кто смотрел видео с выставки в Кёльне, я думаю, что 90%, наверное, моих подписчиков уже посмотрели. Я там отобрала пряжу, и мне прислали образцы. Сколько же здесь красоты, вы только посмотрите. Но это я, конечно же, сделаю обзор в отдельном видео. Это все зимняя коллекция, друзья. Сейчас разговор не о ней. Это еще не все, здесь еще каталоги, как всегда, от Mondial. Вот вы видите то, о чем я говорила. Осень 2022, зима 2023. Здесь вот это вот салями, которая была на выставке, совершенно новый тип, вид пряжи. Здесь что-то невероятно красивое. Все это будем с вами отдельно смотреть в отдельных видео. Это я пока убираю. Ой, давайте заглянем, что здесь. Давайте заглянем. Здесь рафия. Посмотрите, какого цвета бомбического. У меня просто нет слов. Я вам уже показывала вот такую рафию в своем первом обзоре. Это такой моточек пробный, который мне прислала фабрика. И сейчас мне уже пришли конкретно цвета, которые я заказала. Это новая коллекция, ее еще нигде фактически нет, она только вышла и уже есть в магазине Amazing Wool. Это вот такая прекрасная рафия, вот этого цвета, который я только что показывала. Эта рафия, это 100% вискоза, то есть это натуральный материал. Она просто восхитительная и отлично подходит на любые проекты, из которых, ну, можно вязать на лето, да, из рафии сумочки, шляпки, панамки, в общем, все что угодно. Вот это очень красивый джинсовый цвет, но это еще не все. Конечно же, вот этот бомбический цвет, вы посмотрите, для самых смелых. Crazy Orange я его так называю. Это уже все есть на сайте. Когда вы будете смотреть видео, это все будет на сайте. Дальше вот такой цвет, очень красивый. Это уже такой как более натуральный, соломенный, я бы сказала, цвет. Давайте по номерам еще буду называть, наверное. Соломенный цвет, это цвет 980, чтобы вы могли быстро найти на сайте Amazing Wool, если вы захотите заказать. Оранжевый цвет, сейчас я подниму, посмотрю. Оранжевый цвет, это цвет 983, вот этот вот сумасшедший апельсин, как я его назвала. И крутой джинсовый, этот цвет 990. И еще один цвет, который я хотела вам показать. Всего 4 цвета сейчас есть в наличии в магазине Amazing Wool. Это такой фиолетовый, фиалковый цвет. Очень красивый. И больше всего, конечно, меня радует то, что это стопроцентный натуральный материал, это стопроцентная вискоза, потому что рафия, она есть еще, по-моему, целлюлозная, но, в общем, не натуральная. Именно эта рафия, она натуральная. Прекрасная рафия. Она предназначена нам, производитель Mondial рекомендует спицы-крючок 4-4,5 мм. И еще, наверное, хотела быстренько напомнить вам по метражу.
Но что-то не нахожу информацию быстро на этикетке. Так, ну ладно, мы с вами посмотрим еще этикеточку, я покажу. В общем, 4 великолепных цвета. Друзья, запасаемся уже на лето рафией. Очень мягкая, очень красивая рафия, 100% вискоза, натуральный цвет. Цвет такой голубой джинсовый, апельсиновый и фиолетовый. Это моток, который присылала фабрика для обзора. 100% вискоза в 50 граммах 100 метров. Так, смотрим дальше. Здесь в коробочке всегда красивые пакеты. Это для моих клиентов. Я упаковываю пакеты Мондиаль. Кто у меня приобретает Мондиаль? Дальше я здесь заказывала для одного клиента Кабле 5. Это пряжа не новая, но очень популярная. Тоже на весну-лето. Это тоненький 100% мерсеризированный хлопок. И эта пряжа идеальна для крючка. Это мне заказывал клиент, поэтому я тоже заказала у Мондиаль. Дальше у меня здесь одна упаковочка пряжи Фресколина. Фресколина, сейчас я покажу один моточек, мы с вами в предыдущем видео смотрели. Это новинка. Вот этот цвет красивый, такой серо-голубой, благородный, цвет 898. Сама пряжа очень классная. Это 60% льна, 40% хлопка в 50 граммах 140 метров. У меня в этой коробочке только одна упаковка, но я заказывала точно больше цветов. Сейчас мы будем следующую коробку открывать. Это все уже на сайте, друзья. Вы можете заказывать и начинать какие-то свои весенне-летние проекты. Так, и вот эта прекрасная пряжа, которая очень всем понравилась. Это пряжа Нимфея. Я заказала вот такой цвет. Я сама на него смотрю, потому что я еще его не видела. 100% египетский хлопок. И красота и интерес этой пряжи в том, что она ложится в такие зернышки, пузырьки. Это хлопковая пряжа. Очень красивая. Вот она. У меня есть развернутый цвет, а вот этот вот серый цвет, этот цвет 730. У меня несколько упаковок такого цвета есть. На этом первая коробочка закончилась. Сейчас будем открывать вторую коробочку. Поехали. О боги, что здесь? Что здесь, друзья? Это же наборы Granny Mania на сумочке. Так. Давайте смотреть. Какие же они красивые. Я вам уже показывала в предыдущем видео вот такой набор. И я заказала разные цвета. Это наборы на готовую сумочку. Granny Mania называется. Вот такой набор. Я, правда, не вижу, как они по цветам. Сейчас номер не подскажу. Ну вот, смотрите, здесь в составе синий цвет. Вот такая сумочка может у вас получиться. И уже здесь есть бамбуковые ручки. Представили уже, как выгуливаем такую сумочку? Что еще важное, что я хотела сделать большой анонс. Я пообщалась с брендом Мондиаль, и Мондиаль предоставили мне бесплатные описания нескольких вариантов сумочек Granny Mania, то есть сумочек, которые вяжутся из бабушкиных квадратов. Вот именно из таких наборов получается одна сумочка. И на сайте Amazing Wool есть эти бесплатные описания, причем на нескольких языках, в том числе на немецком, на итальянском, на английском, по-моему, еще на каком-то. Поэтому, пожалуйста, проходите в раздел Amazing Wool Patterns. Это значит описание, да, и вы можете скачать это бесплатно, и потом приобрести набор или вместе сразу приобрести такой набор и связать себе сумочку. Ну а мы с вами смотрим дальше. Вот такой цвет. Их там очень много, очень много. Так, вот этот очень красивый. Так, как их открыть аккуратно.
Здесь вот цвет, который я сейчас показываю, посмотрите, какой бомбический. Здесь много черного цвета. И я видела фото этой сумки очень красиво, контрастно, потому что здесь вот такие ядерно, такой зеленый ядерный. Ну и вообще все цвета очень яркие. И очень красивый контраст с черным цветом. Обратите внимание на этот набор. Классный. Так, это то же самое. Мы это открывать уже не будем. Далее, более такой нейтральный. Более нейтральный. Достаю. Здесь тоже черный цвет, но здесь нет таких ярких цветов. Здесь более пастельные цвета в составе этого набора. Вот можете сравнить. Кому что нравится, кому поярче, кому понежнее. Очень красиво тоже. Так, это я убираю. Следующий набор. Сколько же их здесь? И какие же они все красивые. Так. Смотрите, какое красивое сочетание. Здесь три бежевых. Я так понимаю, что это идет как основной цвет. И вот такие сочетания. Кому понравится такой набор, все на сайте. Так. Последний набор Гранимания. Это вот такой. Темно-синий. Очень красивый. И вот такие цвета в составе. И очень удобные легкие ручки. Как это все теперь вязать? Как это все успеть? Да, я знаю, что вы всегда мне пишете под видео, что Оля, хотим все. И, друзья, еще раз повторюсь, я знаю, что многие смотрят из России, стран СНГ. Я постараюсь сделать так, чтобы эта пряжа в том числе в ближайшее время доехала в Россию. Ну а пока все мои зрители, покупатели, которые живут за пределами России, стран СНГ, по миру могут уже делать заказы. Наборы Гранимания, 6 разных наборов. Очень красивые. По 8 мотков пряжи в каждом наборе. Это 100% хлопок. И, соответственно, это все идет на сумочки. Здесь бамбуковые ручки. Уже такие залакированные. И в зависимости от сочетания цветов получатся разные сумочки. Это Гранимания. Можно вязать бабушкиным квадратом. Можно как угодно. Вот такая красота. Так, это мы с вами посмотрели. Осталось уже немного. Продолжаем смотреть фрескалина. Да, здесь вот такой очень красивый цвет. Все цвета сложные у пряжи фрескалина. За счет добавления льна лен дает такой как бы оттенок, да, вот этот вот Тиффани серый с Тиффани, цвет 897, очень красивый. Многие из вас делали предзаказы. Если вы увидели, что ваш заказ пришел, пожалуйста, уже можете его оформлять на сайте Amazing Wool. Так, это такой же цвет. Вот этот цвет пришел точно такой, какой у меня был. Лиловый, наверное, или это не лиловый, как правильно назовем его с вами. Цвет 895, очень красивый. И еще чисто белый, прекрасный белый лен с хлопком, натуральный. Натуральный цвет, мне очень белый нравится. Этот цвет 889, чисто белый. Так, это я оставлю здесь. Потом мы еще с вами смотрим, возвращаемся к пряже Нимфея. Такой цвет, мне кажется, у нас уже был, да? Мы смотрели. Теперь вот такой цвет красивый. Немножко терракотовый пришел, интересный. Это Нимфея, цвет 723. Это та самая пряжа, которая у нас
такими идет семечками, шишечками в полотне, великолепная. Если я смогу найти еще раз быстро каталог, я вам еще раз покажу. А так это есть уже обзор в предыдущих видео. И вот такой цвет мы с вами, мне кажется, рассмотрели. Цвет 722. В общем, здесь просто много разных упаковок одних и тех же цветов, которые я вам уже показала, поэтому я не буду на этом заострять внимание. Ну и я вся, конечно, в восторге вот от грани мании. Мондиаль всегда выпускает что-то невероятное, что-то интересное такое, яркое, от Рафи, от этих просто сумасшедших цветов. Кстати, знаете, что я заметила? Сейчас я покажу. Здесь рядышком стоит мой чемодан с выставки, с которым я ездила. Мое прошлое видео как раз-таки был обзор этого чемоданчика с выставки. И вот обратите внимание, что я заметила. Я просто смотрела на Рафию, и здесь вот оранжевый цвет. Как сочетается. И там же синий в коробке есть. В общем, интересно. Красивое сочетание. Ну, просто запахло летом, запахло чем-то таким свежим и красивым. Давайте думать, что вязать из Рафии. Нужно будет посмотреть, выбрать. Друзья, немножко сумбурный получился обзор, но я просто сама на эмоциях. Я в восторге от всего, что я получила. Здесь, если кто еще заметил, у меня стоит вот такой крутой color pack. Это абсолютно новая пряжа от Skipjes Terrazza. Это такую затравочку маленькую сделаю. Пришла сегодня. Новинка, твидовая пряжа. Очень крутая. Только-только вообще вышла в свет, но это все уже тема для следующих видео. Задавайте вопросы, всегда с удовольствием отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Не забывайте ставить лайк для того, чтобы продвигать видео, для того, чтобы больше людей смогли увидеть и посмотреть всю эту красоту. И скоро с вами снова увидимся. Буду снимать. Пока-пока!